Сегодня первый день. Выезд, первый день на широком руле. Короче, очень непривычно. Между машин ехать так вообще непривычно. Все время думаешь, что кого-нибудь заденешь. Но, например, в горку ехать очень даже удобно. То есть для езды стоя руль прям хорошо подходит. Вот на бордюры хорошо запрыгивать. Еще, короче, определяюсь. Его бы вот подукротить чуть-чуть. Вот не знаю. Сантиметра на 3 слева и сантиметра на 3 справа. Может даже побольше. 7 сантиметра по 4 с каждой стороны. Так, управляемость прям сильно улучшилась. Ну, точнее, как улучшилась, в плане отзывчивости. Ты чуть-чуть рукой напрягаешь, он уже такой, прям рулится. Короче, не могу сказать, лучше, хуже, но по-другому. Еще надо поездить, попроверять, посравнивать. Так, сейчас надо тут заказик забрать и потом на вторую речку. Все, погнали дальше. Матросики впереди. Молоденькие, курсанты. Широким рулем сейчас будем тут промерять. Ну, вроде пролажу. Дальше уже нет. Да, широковат руль. Вот поуже бы его чуть-чуть, конечно. Не знаю, но пилить так не хочется. Десять секунд, успеваем. Thank you.
Погодка сегодня шикарная. Солнышко, тепло. Такое чувство, что лето продолжается. Поедем налево. Блин, как же мне сейчас палево с этим рулем ехать по пробке. Вот не пролезу я здесь. Yeah.
Фу. Так вот, в горку с этим рулем, конечно, намного удобнее. Подвинься налево, Lexus. Ну вот, да, с узким рулем пролез бы, наверное. А люки меняют. Вот и пробка была. С ума сойти. Что-то сегодня полиция тут стояла. Интересно. Ловят кого-то. Просто у меня сегодня возле дома тоже было дофига полицейских машин.
машинка у нее с колесом, наверное, что-то. Машинка-то дорогая, а ну реально у нее колесо спущено, заднее левое. Офигеть, колеса широкие у нее. Это у нас Porsche. Porsche Boxster S. И стекло разбито заднее. Ну точнее, боковое. Боковое. У нее всего два боковых. Видно, скотч торчит. Направо поехал. В аварии побывал. Офигеть. Остановка столетия.
кустики подстрижены, деревья подстрижены. Вообще красота. Сюда. А, в другой поворот заеду, чтобы по бордюру не прыгать. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу.